купите мне, пожалуйста, чихуахуа. Нет, он слишком дорогой. Ну хотя бы чихуахуа. Понимаешь, тебя даже подставлять не надо. Ты как бы сам. Все нормально. Йоу, привет, братва. Просто я-то еще не захожу, понимаете? У меня-то на канале все будет чисто. У меня этого тоже не будет. Одесса Каха в прошлой серии ничего не убрал, короче, а там полный цветок. Ты меня пригласишь? Пригласишь. Русскоязычное сообщество, мать его. Так, завтра досмотрю. Ага, окей. Я монитор разбил, как я мог. Хоть бы твой, хоть бы ты свой монитор разбил. Хоть... Нет, не угадал. Блин. Ой. У меня патронов нет, что мне делать, чувак? Что мне делать? У меня нет патронов. Чай пить. Не смешно. А я знаю, как я буду отстреливаться, смотри. Где у меня там? 89%. Мы прошли 89%. Ты подключаешься? Я подключаюсь, успокойся. У меня просто проблема тут с зомби. Чуть-чуть. Я просто переписываю смайлики всякие, короче, целуйчики, вся фигня. Ну потом все это. Меня тут зажали. Ну, держись, что я подключаюсь. Чё я сделаю? И выйти так. Не дают. Я шашлык тут устроил, правда. Подожди, я экшен не включил. Еще у меня музыка играет. Я уже давно экшен включил. Вон он, пламенеет экшен, видишь? Боевик. Экшон. Огонь отстала. Спина что-то вспотел. Все почему? Все потому что да. Тест, приди, подуй. Так. Валите отсюда, твари. Че ты тут? Ой, как громко. Ой, как громко. Так. Ну, вроде нормально. Воу-воу-воу-воу-воу. Ой, нифига не в тему врубился этот. А, шифтап! Шифтап включился! Нет! Да, та же проблема, слушай. Вот та же проблема. Ты что тут лежишь? Я тут не лежу, я тут умираю! Ух! Я умер! Нет! Спаси меня, с тобой трое бегут. Где твои сигнальные огни? В попе что-то застряло. У меня есть сигналки. Надо их поставить. Ай, меня плюнули. А ты меня поднимешь? А меня кто поднимет? Понятно все. Офигенное начало, я вам скажу. Кооперативчик. У меня уже входит в моду начинать со смерти. Я уже знаю первый комментарий под этим видео. Ой. Вот только попробуй что-нибудь написать. Я тебе. Да и что ты ей не сделаешь? Так же, как и она мне. Ба. Oh, you found me again. God bless you. Listen, I barely made it here. Кого он брил-то? Delivering more medicine when the monsters almost got me. В смысле, брел. I still had more to deliver, but I broke my damn leg trying to escape. Эй! Хорош, убери. Кого? Maybe since you laid up now, you finally get some rest. Телефон. I'll give it my best shot. And listen. I'm giving you as much of the profits as I can, but well, it's just no one has money anymore. You know, one of my clients tried to pay me in chickens. Sorry. Вот видите? Pretty comfortable. Видите, какой он ужасный человек. Да иди ты. Он просто. Я просто няшка. Ня. О, смотри, смотри на меня сейчас, смотри на меня. Смотришь, да? Смотри. В трусах. Нет, где ты? Смотри. Сейчас фонарик включу, да? На что там фонарик? А нет, темно просто, ничего не видно. Вот выключи фонарик, ты меня тоже не видеть, не будешь видеть. Ну да, я знаю. Флаг России, я... Я тоже так хочу. О, нифига тут столько... Да, там шведские, там, ну, там разные есть. Это после обновы, видать, да? Да. Ну, они же добавили. Там еще много чего, кстати, добавили. Так, я вам дам всем, все заценить. Джиггернаут. Охотник за головами. Ну, это все были у нас. В принципе, только флаги национально добавили. Ну да, нет, по-моему, кстати, еще какой-то один костюм добавили. Ну ладно, я джиггернаутом оденусь, мне понравился этот костюм. А я буду представлять Россию. Вот, короче, он будет Россией у меня бегать, а я буду джиггернаутом у него. Ты будешь моим
спасителем, ты будешь моим Путиным. Я буду Джаггернаут. Так, а зачем мы сюда пришли? Путин раут. А, мы пришли за отмычкой. Поварской нож. Пойдем хлеб нарезать. Сейчас нарежем. Так, а на самом деле мне нужно... Так, эту взять. А здесь взять... Вот это. Блин, окно открыто, а тут стало. Такой задувает, бедняжку. Сейчас поясницу продую. Блин, а я дверь ищу, думаю. Чё, где дверь-то? А она закрыта, оказывается. Блин, я патроны не купил. Стой, я назад. Я тоже. А зачем мы так это делаем? А, ну вот моя кошка. Смотри, кошка летит. А, ну здесь нельзя. Кошка летит? Сейчас, я тебе покажу кошку. Зачем ты кошек кидаешь, Дэс? Я тебе кошку покажу. Так, ну я, наверное, куплю ужасное мачете. Ужасно. Зачем тебе ужасное мачете? Надо мачете хорошее, там, доброе брать, там, красивое, например. Какие-то ужасные мачете берешь. Да, я беру ужасное мачете. Так, продать, собственно, F ценности на 3000. В натуре у меня еще там ценностей, полные карманы. А нет, нету, прикинь, вообще. HP. А, надо продать, а не купить. Я всегда говорил, что ты гений в кавычках. Так, ладно. Чертежи. Гений. Первый уровень везде. Второго уровня. Ядовитая жатка второго. Что за ядовитая жатка? Что дает? Яд и кровотечение. На всякие мечи, серпы, хопиши. Хопеш. Иди, кстати, чувак, я ж прокачался, все, я теперь полностью. У меня по максимальный же уровень. Ах ты какаха. Да, у меня на оружие максимальный уровень. Мины, ловушки. Так, сбивающий скачок, глушает врагов, которые вы перепрыгнули. Используйте метательное оружие. Ронять врагов. Да нафиг надо. Так, навыки, кстати, у меня почти последний уровень. У меня предпоследний. У меня так. 18. У меня 23. Да ты без меня просто играешь. Как нет, день. Вообще не играю. Да, не ври. А ты знаешь. У меня 20 уровень бега. Просто я чаще тебя убиваю. Так. Шлёп. О, стоп. У него ноги дрыгаются. Приколюха. Блин, что-то холодно. А, вот ужасная нет. Мачете. Так, улучшить. Простите, ребят, что так долго, но, блин. Надо найти. Дуэлянт. Да ладно, недолго, нормально. Подождут. Берсерк. Если что, перемотают. Ты прям, смотри, умный, да? Умный, да? И титан. Все, наверное. Ну, кто? По одному. Итого у меня 1500 урона. Кто следующий? Опа. Слышишь? Да. Так. А, у меня был лучше, кстати. Ой-ой-ой. Он ломается потихоньку. Так. Вот это лал. Так. Вот это фейл. Ты погоди, фейл ты мой. Знакомый. Что ты там сделал? Да короче, прыгнул. Хотел кинуть ракету. И мне не дали кинуть ракету. Ты хотел кинуть ракету, а тебе не дали кинуть да, ракету. Мне не дали ее какая кинуть. Жалость, слышь. Ой, я случайно его убил. Мне, в принципе, оружие качать уже не надо, но у меня полное. Пойдем на миссию. Слышь? Профессионал, пойдем на миссию. Сейчас. Ой, я дошел до миссии, кстати. Оу. Долгий путь наверх. Фак, я упал. Поднимешь? Такой замес устроил. Если вы что-нибудь понимали, то, что сейчас происходит, я очень рад за вас. Ибо я вообще нифига не понял, что сейчас было. Я столько всего сейчас сделал. Ты поднимешь, нет? Ну, я бегу.
Раскидай их, они все в кучке стоят там, в карусели. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Эй, ну, блин, я же успел. Все видели, я успел. Нет, фига ты. Не, я успел. Ну, потом на видео посмотришь, я успел. Если я умер, значит ты не успел. Необъяснимо, но факт. Это да. Так, что ты их тут... Теперь ты меня поднимай, что? Так, как мне спрыгнуть так, чтобы... Прям, чтоб спрыгнуть. Опа! Давай. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Да, капец, меня загрузили, короче. Слишком много бигбета. Вот какие 4200 получили, ты тут же их прогадили. Ну, не знаю, я сейчас вот 4 опять потерял. В прошлый раз сколько это было, и сейчас 4. Ладно, мне надоело терять очки. Я, в принципе, тебя мог бы воскресить, как бы, кстати. Ну, если бы ты там не страдал бы. Нет, сейчас, в смысле. А, ну ладно. Я думал, у меня ничего не отнимут, а у меня 4000 отняли. Шопошники. Злые люди, да? Так, ладно. Собственно, что я буду делать, это бежать, собственно, к месту, к которому нам надо бежать. Ух, как я прям сейчас хорошо зацепился, да? А ты, я так понял, будешь бежать к синей метке, да? Чё говоришь? А чё у нас там за синяя метка? Я научился новое комбо делать. Ага. Ты комбо научился делать, а я научился людей убивать. Да ладно! Вот тут нет уже никого. Да ты слишком резкий. Как понос. Как понос детский внутри. Предсказуем. Ну я одного вообще со здания швырнул. О, у него наемник, кстати, есть. И вот смотрите, ребята, я не знаю, конечно, можно ли сейчас это делать, но вот я недавно пробовал. $75. Улучшить. И вот снять улучшение нельзя. Можно только их поставить. Нельзя, да? Ну, я как-то вроде пробовал, вроде можно было, нет? Ну, что-то... если кто знает, напишите в комментариях, как их именно конкретно снимать, потому что я лично... Я лично без понятия. Can you be as silent as a cloud, but as deadly as a viper? Bozak challenges you to eliminate as many zombies as you can, ninja style. Silent but deadly, huh? Ну чё, будем в ниндзя стайле? Yeah, I can do that. Ninja стайл. Ну. Считаются только быстрые убийства. А. Быстро? Это как? Это, видимо, вот типа вот этого, ну. Ноуп. Ух, нифига я его. Хм. Так, погоди. Хмма. А чё он у тебя светится? Тебе дали классный мод, кстати. Что он светится? Ну, вообще-то это я штуку на него наложил, ну окей. Оу! Так, используйте быстрое убийство, командное испытание. Ну мы что-то, кстати... Оу, ну, тихо ты! Я сманал оттуда, короче. Ай-яй-яй. Быстрое убийство. А, так это, наверное, надо со спины подходить. Ну да. То есть стелс, чувак. Давай еще раз. Стелсим. Вот ты меня вылечил, спасибо. О, классно, он тебя красиво светится. Ну да. Че это ты мод на него какой-то наложил? Так, давай, мой правый, твой левый. Окей. Только не помню. Как без палева-то убивать? На Е. А, отлично. Так, сейчас попробую того убить. Готов? Готов. Еще один.
Готово. Ну, так вот поинтереснее. Надо, чтобы они тебя, короче, хватали. Воу! Походу у нас не получилось опять. Надо их, чтоб. Надо, чтобы они тебя хватали, ты их отпинывал, а потом. Yeah, I can do that. Башкой им пере. Ой-ой. Башкой им пересекал. Так. Так, давай тогда ты куда-нибудь и я куда-нибудь. Я вниз пойду. У меня чувачок упал. А, то есть можно вырубать их, так что ли? Тогда понял. Блин. Так, я сейчас быстро попробую воскреситься и продолжить. Давай, да, давай. Надо, чтобы они тебя кусали. Ну или пнул так с оглушением. Ну я понял, понял, понял. Хватайте меня, зомбаки. Ну или так. Какой вариант. Так, тут крикуны, это вообще не в тему. Ну еще кто-нибудь меня схватит? Давай, чувак. 7. Ну, блин, я в такой толпе там стоял. Пошла отсюда. Кыш. Ты-то что там делал? Я тоже вырубал. Я как бы успел воскреситься, там, продолжить. Я хз, я убивал их только что. Ну, потом вот, давай иди по крышам, прыгай, короче, а я вниз опять пойду. Ну смотри, вот она меня хватает, я ее пинаю, потом убиваю. Потом обходишь. И мне ни хрена не засчитывается. Так ты обходи, надо. Надо убивать. А, надо именно сзади тупо убивать. Конечно, ну, шею скручивать им. Все, понял. Только эти убийства считаются. Ясно, понятно. Ай-яй-яй, я сейчас умру так. Так, тогда я уже. Так, 4. 3, а не 4. 6. Так, она у меня куда-то далеко улетела. Слишком далеко. Давай, давай, Дес, еще одного. Ну! Блин! Выполнил. Хорош. 12 из 15. И мы, кстати, оба заработали на первый. Нас, видишь, на первом месте оба. Круто. Ну, у меня 12 из 15. Еще, короче, 3 победы надо сделать. А у меня, кстати, дай посмотрю сейчас, какое достижение заработал. Достижение пройдите 15 из 15 и на ловкость или силу. А, ну вот, а я их буду. Тут статуэтка, да, иди сюда. Где? Сверху, прям снизу. Под тобой, под тобой. Ну, вот где вот я тут, с балкончика спрыгивай. А, вот сюда? Угу. На полках найдешь? Так, я пока взломаю. Я тоже. Очень важно. Я, кстати, посмотрел, как ты взламываешь. И понял, почему у тебя не получается. Ну, я по-разному взламываю. Это как? Ладно, так, нам, короче, в клинику. Тут еще что-то есть, подожди. Пошли, чувак, у нас не, уже... Не-не-не, тут еще что-то оранжевое. У нас полсерии уже проходит в не пойми чем. Ну, вот я красавчик, я открыл. Нифига тут нет. У меня было. Че? Ну, мешочек, да? Ну да, ну это же драгоценности, деньги. Фигня. Лучше бы какой-нибудь там. Я обожаю кошку. Ну ты, короче, поймешь, я думаю, что сейчас у меня произошло. Какой ты молодец! Он не зацепился. Я хотел посмотреть на эти два трупа. Воу. Воу. Где они дерутся-то? Здесь прикольно висит. Они вниз. Вниз. Туда. Как ты не умерла? Где я вот внизу? А.
Вниз горит, вниз горит. Как ты? Капец, я ей грудак прострелил, короче. Вау, да, смотри, тут у нее грудины нету. Может быть, дружи, может быть, но я тут пытаюсь выжить. Что-то у меня подвагивает. Прям, ну, не то, что подвагивает, а фризит. Что-то я падаю. Видимо, это как-то связано с отсутствием кошки. А точнее, с тем, что она сматывалась, падла. О, короче, надо ачивку выполнить, знаешь, какую? Надо сталкивать их с крыши. Уии! Опять этот. Как его? О, я, кстати, флаг нашел. Вау-вау-вау! Фух, фух. Ей, я красавчик. Не знаю, потом посмотрю. Я флаг нашел. Ну, где, вот как где, мне где? Теперь отсюда вниз спуститься? Хотя я знаю, смотри. Джи-ронимо! Да, я красавчик прям. И тут, кстати, электрошок. Ожидайте игрока, чтобы чё? Не, вы вверх, вверх, вверх. Для быстрого перехода. Ну тогда миссия начнется, тогда я не возьму. Не, ну я специально как бы вниз сделал, чтобы ты взял. Все. Я вот думаю, куда мне... На кошка... самый верх. Я не дотягиваюсь кошкой до самого Нет, вот верха. До вот этой платформы ты дотянешься. Так, прям забрался. А вот дальше еще раз подпрыгни на самый верх кошки. Смотри, сейчас будет вообще экстремальный прыжок. Видел, да, видел? Ну, только часть прыжка. А, ну я, короче, отпрыгнул назад и с воздуха потом уже цепанулся. Ну я как бы так на крышу запрыгнул, если что. И сделал так дважды. Ну окей. А, нет. Так, давай. Ну иди сюда. Иду, иду. О, чертеж. Трой, give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. I'll meet you later, Troy. This is Crane, do you copy? Kyle Crane, you can hear me, can you not? Rise. Where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but it still stands as a monument to chaos, to entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade. For everything, I'll fucking kill you! I had hoped that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. A war of opposing philosophies. A war to see whose vision of the world proves true. Come, Crane. Come and challenge me. What is it you Americans are so fond of saying? I dare you. You know what? Forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell. Oh, no, 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 no. I won't be going to hell. I will be leaving Arando, you see. I have made a deal with our GRE brothers, using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly, a helicopter will come and take me away. Imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. Of course, if you think you can stop me. You crazy son of a bitch! That is what I had hoped to hear. Come and find me, Crane. Let us finish what we began. Чё ты? Да все уже ничего. Там, короче, можно было прыгнуть, но он не прыгает туда, он застревает. Черонимо! Ладно, мне лень лететь так. А, кошка! Не, почему? Я все-таки долечу, пожалуй. Почему сраная кошка не работала? Я вижу это... тебя. Вон. Подымай. Руку мне еще тянет, понял, да? На тебе, на Подымай, тебе. Подымай, тварь. Можно тебе еще на лицо поприседать. Окей. Ах ты че, я только схватился за тебя. Окей. Ты у меня будешь дохнуть. Медленно. Я уже тебя взял, короче, нагнулся. Так. А, где я?
Бежим, что бежим. Там делаешь? Подтягиваюсь, ё-моё. И стелсю заодно. Стелсоратством занимаюсь. Стелсоратством? Стелсоратством. А, стелсоратством. Какой-то новый вид извращенного стелса. Куда ты побежал? Куда-то в мою сторону. Ну, светится нож у меня, кстати, прям кайф. Да. Кайф, кайф. Их, по-моему, там несколько цветов, да? Лайф! Лайф! Я выбираю жить в кайф. Штыщ! Подтянулись. А, нет, 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 нет! Вообще представил, как ты дохнешь, и мне так на душе легко стало. Я вот специально ради тебя... Не сдохну. До конца игры не сдохну. Смотрите, он обещал сейчас не сдохнуть до конца игры. Не, я не обещал, но я сказал, что... Ты сказал, да. Я постараюсь. Ты куда побежал-то? У нас задание тут. Я обследую обстановку, понимаешь? Кого ты там обследуешь? Обстановку, ты просто не понимаешь. Нам надо вернуться, короче, в трущобы. Все, больше здесь ничего нет. Хотя нет, здесь есть мачете. Будем мы брать мачете? Не. Тут просто есть старикан с мачете, и как бы мы можем к нему, в принципе, сходить. Там, где бегать надо или что-то да, делать? Да, вот здесь вот очень много заданий и квестов, которые мы как бы не проходили. Так мы еще можем вернуться. Надо сюжет куда пройти. Ну ладно, я думаю, все равно на этом серию закончить можно. Ну давай, сбрасываем. Давай. Всем удачи, ребят.